прям сделает завтра, я скину. А мне пора хоть на друзья. Слушай, полетел? Посоревнуемся? Что надо сделать? Погоди, Тимур, иди сюда. Не-не-не, первый, у нас силовая часть, первый. Девочек тоже можно взять с собой. Соревнования. Ярослав, подойди, пожалуйста. Так, Ева, аккуратно. Умница, умница, да, аккуратно. Пожалуйста, посмотрите. Барни, задача соревнований. За одну минуту, кто больше раз подтянется. Выключить. Вы в каком туре знаете? Выключить. Можно на следующем? Да. На следующем? Да. За одну минуту, кто больше раз подтянется. За одну минуту. Ну вообще, ну если это будете прыгать, то надо выходить вот сюда. Ну ладно, для вас как минимум надо подбородок закинуть, чтобы до сюда уровня. Что? Можно? Отдохнуть? Да. Конечно. А, ну смотри, будет минута. Да, давай, управляй. Ты куда? А, просто так раз прошел, я думаю, что-то случилось, может, все нормально? Все, а я, может, что-то... Ты грустный такой идешь, что-то в носу ковыряешь, я думаю, что проедешь. Пальцем кто-нибудь. За одну минуту надо сейчас быстро делать, все вместе будете делать. За одну минуту, кто больше раз подтянется, за вторую минуту, в другой раз, кто больше раз отожмется, и за третью минуту. Вперед, да, надо корпус. Отжиматься? Да. Ну да, грудью до пола. И за третью минуту, кто больше сделает выпрыгов. Это мы сделаем силовое сейчас краеугольник. Следующее за минуту делать. Что? Ань, привет. Ну конечно, просто надо это сделать. Быстро, ты потратишь 3 минуты всего. И будешь дальше делать. Смотри, там 6-й отдали опять. Выигрыш, во-первых, крутая грамота, сейчас покажу. Первое. А потом, Дамир, потом вы с Мишей будете, я не знаю, остальные захотят соревноваться, фристайл элементы будем делать. Нет, с этим Мишей. С тем Мишей, там вот Миша, он просто вот и с Тимуром, и с Русланчиком, нет, и со мной, наверное. А что мы делаем? Просто с теми парнями соревноваться сейчас тяжело. Я думаю, мы сейчас элементы будем делать. Сейчас будем делать. Первое, вот за такую грамоту, смотрите, на круто же? Да. Красиво, смотрите, всякие министры там подписаны, да, всякие. Это кто сделает больше? Все будут. Все. Что, я хоть раз кого-то обманывал, что ли, что-то подставлял? Подарок будет у всех, но кто сделает больше, тому будет 3 безоплатных занятия. Подарок будет. Ну, тебе не нужно, да? Потому что редко ходит. Может быть, даже все получат по 3 безоплатных занятия, в зависимости от того, качества исполнения. Готовы? Смотрите, первое подтягивание. Можно я первый начну? Ложи, тяжесть, пойдем, Тимур, спокойно. На маленький крючок, по 2 человека. На маленький крючок. По 2 человека. Ксюша там будет, да. А, в принципе, даме, тебе можно к Ксюше. Тимур, готов? Минимум до 6. Да, да, 100%. Да, 5 секунд. Вот руки, вот этот момент вперед. Раз. Чей телефон? 2. У нас телефон секундомер. 3. Оп. Практически получилось. Понимаешь? Задача, когда хорошо раскачиваешься. Нормально, стоишь здесь, да, почти головой, ну дальше, что-то есть. Ага. 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 Ага
Сейчас, подожди, попьешь. Читай свой счет. Ай, ты же пила уже, ай. Отжимание сейчас будет. У кого какой счет? Озвучи, пожалуйста, всего. Сколько счет? На сумку не надо. Просто надо за кухню готов. 10 раз отжал, потянулся. Больше, 100 раз. Счет. Может, еще. 13 раз. 19. Общий, да, общий называйте. Да. Ясно. Давай, я засекаю секундомер. Ножки чуть-чуть так сунуть. Попить? Конечно, нужно с собой попить брать. Да, ножки вот так. Сейчас, секунду. Готов, парень, быстренько. Да. А как ты сделал? Покажи ему. 100 раз она сделала. А, точно, ты подтягиваешь. Да, прости, я забыл. Да, она 100 раз подтянула здесь. А, готовы? Первый смотрим на выполнение. Тимурик, пойдем, братан. Сейчас, секунду, минуту засекаю. Да. Сейчас это Рустам сделает. Вы можете пока в ожидании, просто надо смотреть выполнение. Тимурик, сейчас, секундочку. Так, готов? Давай, принимай положение. Тимур, смотри, как ты перед тобой сделал. Готов? Давай, начинай, я тебе секундомер. Поехали. Считай сам, слушай, считай. Ярослав, ты же не подтягивался вместе с нами, да, не участвовал? Ай-яй-яй, хитрец, вот это хитрец. Точно, бегал, да, и подтягивался. Никитос, ну ты затяни его на минутку, затяни его на турничок, пожалуйста, Ярика. Мирослав, ну-ка давай минутку. Позвони, да.
считай сам. Чуть-чуть назад вперед. Чуть-чуть. Ножки попрямее держи. Давай, давай, давай. Дамир, аккуратнее. 33 секунды. Чуть-чуть назад, чуть-чуть назад, чуть-чуть назад, да. Ножки ему пристерпи, дыши, стоп. 44 секунды. Еще, давай. Что, я хочу? 50 секунд. 100%. Еще. Стоп. Смотри, как 1-0-0-10. 51 раз заполни. Так, Ксюша, давай. Давай. Ксения. Ну смотри, как Ксюша сейчас делает. Она отдыхает, отдыхай. Не валяйся. Руслан, Руслан. Вот так, встань, разомись. Ну, братан, не валяйся на холодном. Не валяйся, дай руку, братан. Вставай, вставай, вставай. Не валяйся на холодном. Вот так вот, стряхни, да. Ксюша, готова? Поехали. Чуть-чуть пониже давай. Считай сама сколько, походи. Ой, здорово! Давай, 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 да. Нет, нет, не надо. Еще запомни, Руслан, не валяйся, не валяйся. Ева, возьми телефон, фотографируй от движения. Телефончик возьми, фотографируй. Нет, там не бегает, ничего, там не бегает. Мне
Это пару грамм там просто скоро сделаю. Так, ты можешь? А? Ты сколько раз? Никит, сколько раз ты подтянулся? Никит! Никит, сколько Ярослав раз подтянулся? Он подтягивался? Сколько раз? Вот примерно. С прыжками, да, прыгал? Ну, пытался подтягивать. Так, заряжен, делал. Вот сейчас смотри, понаблюдай за всеми. Тимур, сначала делаешь ножки прямые, ножки здесь, отжимаешься полностью, да. Потом посмотришь, когда у него будет, вот 30 секунд так он делает. Когда готов, начнешь действие, отойди сюда. Начнешь действие, я включу. Скажешь, готов, когда действие, я включаю. Раз. Два, три. Да, там тэквондисты, товарищи, сейчас все, когда они уйдут, будем там делать, наверное, пару раз. Вот посмотри на него, видишь, как все размещается. Все, кто у тебя тоже тело смещалось. А может? В данный момент? Нет, в данный момент нет. Да. Не, не ударяй, я в том зале, если находиться, не будем бить. Я тебе доверяю, но просто это, ну, такое правило, да. Ты хочешь обмануть? Ну, светик, постой, терпи. Терпи, терпи, доделай, да, 40 секунд. Светик, а ты можешь сместиться к окошку, и себя в отражении будешь смотреть? Ладно? Тебе там хватит? 50, считай, считай, Тимур, не останавливай, Тимур. Братан, терпи, терпи. Вот смотри, видишь, как он сместился? Это все так смещаются. Терпи, Тимурик! Стоп! Сколько счет? 38. Молодец. Кто следующий? Мишаня. Ручка, смотри, ручка так, стрянь, быстрее, поболтай. Может потом будет готов? Конечно, конечно. Все четко сделаешь. 51 раз сколько? Цифры запомните. Сейчас. Правильно, ставь, как мы обычно делаем. 52 я просто... 52 раза, да. Да, да. Тело прямо, тело напротив. Тоже смотри, сейчас насчет правильный идет, а потом сместись. Слушайте, не смело. Так, насчет делать, говоришь, врубаем. Два. Давай, начинай делать, я включаю. Пошел. Не смело. Руслан, сюда отойди, пожалуйста. Считай, Миша, считай. Желание бешеное имеет. Терпи, терпи, дыши, Миша. Видишь, как смещается, да, тело? У всех, Руслан, у всех смещается. Руки не смещаются, а тело. Да, да, потому что так проще, когда согнуты ноги. Он сам вот тело ищет, так проще. Но это же перевод. Все так делают? 30 секунд. Миша, слушай, считай, терпи. Терпи, терпи, быстрее, давай, пошел, пошел, пошел. Как говно упал. Сейчас делаю. Утром упал. Терпи, дыши, быстрее. Чуть-чуть. Давай. 50 секунд. 51. Быстрее. Глубже, быстрее. Давай, Мишаня, быстрее. Давай, отжимайся. Минуту 0,4. Сколько раз? 60. Ну нормалек. Я просто чувствую. Все. Я хочу уже стоп. Ярослав, готов? Я просто плечи хотел. Тимур, пиши нахуй грустный. Владимир, ты уже сделал. Ну что переживаешь? Я просто сделал. Ноги качаешь? А, ударил? Знаешь, когда я отжимался... Погоди, Ярослав, стоп. Готов? Ручки зря так далеко поставил. Ручки сюда. Сейчас будут, как обычно, бланки. Ручки сюда. Ножками упри, чтобы ты Ксюшу не ударил. Сейчас, погоди. Попроси Дениса Владимировича, он сейчас это тебе подскажет. Вот он стоит. Стоп. Я счет не вижу. Ножками упри сюда. Ножками сюда упри. Я сейчас скажу. Ножками сюда упри. Ножками сюда упри. Упирайся. Так, все. Готов? Поехали. Базарные вечные. Дыши, братан, слушай, считай, дыши. На выдохе высчитывай. Высчитывай, да. Слух, терпи. Терпи, выше поднимайся, ручки распрямляй, считай, сколько считай. Давай, Ярослав, терпи. Выжимай,
Слух, счет. Давай. 51? Да давай, Чебасик, что время идет-то? Сколько? 51. Ты уже 51 только что. Погоди, Ярослав, стоп, Ярослав, погоди. Ярослав, иди сюда. Мы говорим о счете, у него было 51, потом 59. Давай, даже делай. Даже вот так происходит. И так. Все. Что, ты сотку готов попробовать? Давай я попробую правильно сделать. Держись в фундамент, давай я попробую правильно сделать. А ты что, Яшка упендривается, да? Сейчас мы экзостер доведем сюда. Мы покажем молодежь, Миша, аккуратно. Так, все из наших, все сделали? Дамир, Максик, посмотри, аккуратно. Мишань, Дамир, вы сделали? Секунду. А ты, знаешь, ты просто врубишь, я спокойно сделаю. Щепик свой запоминайте. Иди, куда Семена была? Осуждаю. Смотри, Дарью Александровну, знай, она красиво делала. Скажи, Даша, сделай, пожалуйста, фотку. Дева, ты что, пробуешь? Секундочку. Слушай, иди сюда. Подожди телефон. Стоп, секундочку, слезь. Смотри, как надо сделать. Я тебе поставлю поуже немножко. Ножки поставишь, коленочка согнутая. Ножки вместе. Получается раз. Два. Иди сюда. Чуть-чуть я поуже тебе. Поворачивайся сюда. Ручки вот здесь. Ручки вот здесь. Ложь там вход. Поехали. Считай вслух. Считай вслух. Два. Три. Проверим, да? Так, ребята, отдыхайте. В основном готовимся к выпрыгам.
Выпрыгивай, третий этап, выпрыги. Сейчас, ты не ударься в коленки. Чё, дай. Дарья Александровна, Миша, поехали, позови её. Тихо, ты что, какашка? Вот, Ярослав, вот она сейчас будет. Даша, делай стойку, я сфотографирую тебя. Уж просто любуются с тобой. Делай стойку. Сколько? Нет, еще у тебя есть 20 минут, пожалуйста. Время ты еще идет. Давай, еще чуть-чуть. 30, умница, все, 30 раз. Хорошо, дай писюлю. Умница. Так, что, выпрыги готовы? Нет. Да. Я первый. Нет, все вместе у стенки встаем. К стеночке встаем. Снаряжение отодвиньте, пожалуйста. Руслан, только не пинай, просто ручками. Тимур, братан, готовься. К стеночке встаем. Подожди. Егор, отодвинь, пожалуйста, телефон, сам отодвинь, пожалуйста. Сейчас выпрыги будут. Выпрыги. Так, олимпийцы, сюда. Дамир, пойдем. Дамир, Миша, сюда. Миша. Нет, я уже не готов. Выпрыгиваю. Братан, все хорошо. Лицом повернулись? Лицом к стене. Лицом к стене повернулись? Ярослав, быстрее. Тимур, пошли, выпрыгни. Тимур, пойдем, братиш, пойдем. Тимурка. Приготовились. Сейчас задача. Ребят, посмотрите, пожалуйста, как это будет происходить. У стены как вы чуть разойдите, пожалуйста. Смотрите. Сидите. Сели. Вот это считается. Раз. Два. Да. А про себя или вслух? Может, про себя, то все. Считайте вслух. А все спутают. Нет, зачем? Вы слушаете себя, шепотом считаете. Просто надо, чтобы вы знали. Да. Готово? А то вдруг получится 41, 47, 59, 104. Вдруг, дальше расход такой будет у одного человека. Готовы? У нас раз, два, три, четыре, пять, шесть участников. И это только... Дамир, я сейчас расскажу. Это только силовая часть, потом будут элементы. Готовьтесь. С друг другом все будут соревноваться. Да, тоже с развлеками, но это будет нечестно. Это пилотаж серьезный, да, это нечестно будет по отношению к вам. Ну не прям супер высшие, но чемпионы области. Вот когда станут чемпионами России или мира, вот тогда будем уже говорить о высшем пилотаже. Подготовились, да, парни, вас тоже, Дамир, тоже можешь стать чемпионом и области, и России. Не переживай, если у тебя поставишь задачу, любой из вас, если поставить задачу, сделайте. Нет, просто надо иметь хороших друзей. Надо, чтобы был настрой, сила воли. А так друзей надо, конечно, чтобы были. Так, готовы? На исходный, подготовились. Ярослав. Подготовились, присели, вы начнете друг друга не бить. Да. Чуть-чуть разошлись на 10 сантиметров. Ярик, отодвиньте в сторону чуть. Вот. И Руслан тоже. На старт, внимание, марш. Так, стоп. Секунду. Я секундомер забыл запустить. Вы простите, стоп, найди. Тихо, отдохните пока, ручки. Попить умыться в туалет, последнее, попить умыться быстрее. Парни, простите, девчата, я забыл секундомер запустить. Руслан, прости, пожалуйста. Дамир, простите. 19-20. Заново обнулим, но это, все хорошо. Все выиграют, парни, все выиграют 100%, и девчата. Да. Так, готовы? Красиво делаем. Обманщик. Что, она там телефон залила? Она настраивает конференцию? Конференцию. Так, готовы? Все, батя рукой махнул и все. Поехали, парни. На исходную, подготовились. Все, последняя попытка, по-моему, Алёк, сейчас я попытаюсь. Тихо. Ну что вы прям? Это, ребят, успокойтесь.
Спокойно. Исходно, кто как будет начинать? Из приседа или стоя? Из приседа? Давайте. Приготовились? Готов его принять. Секундочку. На старт. Внимание. Марш. Дышим. Бодро выпрыгиваем, дышим. Считаем вслух, бодро считаем. Шепотом вслух. 20 секунд. Быстрее. 20 секунд. Вернее, нет, 30, простите. Денис, ты выше грамм? Нет. Выше. Парни, выше, конечно, вы чё? Терпим. 40 секунд. Давай. 52 секунды. Стоп! Доделаем последний раз. Счет озвучил? Счет. 46. Все. Блин, 51. Ну, папина воспитание, что вы будете, да? 100 раз подтянуться, 51 раз. Ну, и то это третий этап. Так, сейчас готовы к элементам. Все элементы на маленький турник. А что ты остановился? Мозоли болят, тогда ручки надо тебе сейчас пожалеть. Ручки. Иди, Ксюша пока, подойди к Ксюше, она тебе расскажет, как надо руки. Ну и что можешь, что и делать? Пойдем. Дамир, готов? Как самочувствие? Элементы сейчас будут. А что теперь? А как ты хотел про соревнования? Погоди, ты думал, придешь, что-то сделаешь и будешь красоваться? Нет. Элементы и связь, элементы включены в связь, 100%. Сам выбирай для себя время, сейчас, секунду. Да. Делайте, смотрите, парни, у вас будут дано. Мы сейчас немножко поменьше сделаем. Время 19:20. Мы сейчас делаем время не 2,5 минуты. У вас будет 1 минута на выполнение элементов. Вы за эту минуту хоть один и тот же такой сделаете на 180 градусов. Это будет по отношению к другим. Вот сейчас мы проводим. Я только три пытаюсь. Все, сделаешь три. Но их надо повторять через минуты. Надо повторять. Все, парни, туда, на маленький турник подошли. Сейчас, секунду. А мы сейчас давайте, знаете, что сделаем? Давайте жеребьевка, кто первый. Камень, ножницы, бумага, с друг другом разыграйте. Разыграйте камень, ножницы, бумага. Тимур, 5 минут осталось, братан. И ты пойдешь. Давай, примите, поделай. Ты первый? Так, готов? Папа, пойдем, телефон бери, видео снимаем. Так, готовы, парни? Если вы поддержите молодежь, у них первые соревнования. Мальчишка, соревнования вообще вот жизнь начинается интерклубные. Готовим, ну, чтобы вам они команды были. Ну, желательно не ядовитую команду, а сделайте как-то для детей. Назовите их, например, назовите команду «Солнышко». «Солнышко». Это? Да? Это прощаюсь вас. Что, не видел логотип клуба нашего? Так, тихо. Батя, туда проходим? Куда? Это Юрий. Давай, готов? Это Юрий. Простые медицины, Батя, ты как не заходишь? Да? Я все. По очереди, первый делает Дамир, потом делает второй. Так, секунду. Минуту. Просто мама заболтает, да. Сейчас, секунду. А что? Да, ты делаешь? Тихо. Па-па-па-па-па. Давай, поехали, не толкалась. Будет целая минута, да? Даша, у меня 100 минут.